Первый состав в 2021 году – это не прогноз, а четкий план. Буквально несколько часов назад правительство Самарской области и акционерное общество РЖД подписали концессионное соглашение. Новая железнодорожная ветка соединит особую экономическую зону Тольятти и железнодорожный вокзал Автозаводского района Тольятти. Подписание соглашения прошло в рамках стратегического форума «Транспортная инфраструктура России». Подписание соглашения открывает большие перспективы для развития Тольятти и всего региона в целом. Будут открыты новые рабочие места, появится больше возможностей для диверсификации моногорода. Кроме того, запуск одного проекта привлекает инвесторов и на другие. Я благодарен своим коллегам за то, что они внимательно отнеслись к нашим предложениям, расчетам. Они увидели синергию от реализации этого проекта, в том числе для развития региона и особой экономической зоны Тольятти. Для Самарской области проект крайне важен. Особенно хотел бы обратить внимание, что благодаря этому проекту мы формируем цепочку новых инвестпроектов. Вы знаете о подписанном соглашении с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Длина путей больше 14 километров. Проект оценивается больше, чем в 1 000 000 000 рублей инвестиций. Загрузка стальной магистрали предполагается на 1,5 миллиона тонн высокодоходного груза. Соглашение выгодно для всех участников проекта. Очень важно, когда регионы очень внимательно исследуют свою инвестиционную повестку и поддерживают все элементы, поддерживают участников. Причем выступают гарантами, берут часть рисков, не полностью, создают условия. Благодарен команде Дмитрия Игоревича. Люди проявили настойчивость. Руководство, вот много говорим о том, насколько быстро руководство принимает решения. Здесь решения принимались выверенные, высокопрофессиональные и очень быстрые. Такая скорость принятия решения по таким вопросам действительно большая редкость. Транспортная компания подчеркнула, огромная работа была сделана в регионе, взяты принципиальные обязательства. Партнеры отметили большое значение личной инициативы и участия губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Профессионализм и деятельную заинтересованность в совместной работе подчеркнули и в федеральном Минтрансе. Очень важно, что те люди, которые работают в команде губернатора, они также нацелены на успех, и мы очень быстро, удивительно быстро продвинулись от обсуждения до подписания этого соглашения. Не со всеми регионами у нас так быстро получается. Подписание концессионного соглашения стало открывающим событием стратегического форума. Обсуждать транспортную инфраструктуру России представители власти, бизнеса и отраслевые эксперты будут в Москве до 2 октября. Анастасия Зубрева, Владимир Терентьев. Новости губернии из Москвы.